Лучше мне уйти. Вот это место. Пора сжигать груз. Буду. Прошу, освободи меня. Готово. Беги. Подойдите. Важно в бою, как все спартанцы. В этом мы похожи. Я видел, что внутри были люди. На складе сейчас никого. Людей я увела. Хороший солдат выполняет приказы. Идеальный знает, что делать. Спасибо. Я Кассандра. Скажи, кому мне сказать спасибо? Я Брасит из Спарты. Ты недавно в Коринфе. Тоже лазутчик. Излюбленная тактика спартанцев? А, куда без нее? Похоже, в Коринфе иначе никак. Гетера Антуса следует за мной повсюду. А, Антуса. Мы не сошлись, но враг у нас один. Делец? Мы не можем договориться, как именно его убить. И Спарте делец успел насолить. Что ты о нем знаешь? Его оружие разит издали. Коринф теперь един со Спартой. Наш долг защитить их. Тогда объедини усилия с Антусой. Она хочет убить дельца у всех на виду. Спарта хочет действовать тихо. Не расскажешь подробней? Сейчас делец правит Коринфом. Я хочу сместить его, избежав бойни. Сместить его можно, лишь убив. Все просто. Да, дипломатия не его метод. Честно говоря, не удивлена. Мы схватили его людей, вооружили горожан, настроили полис против него.
но ничего не вышло. Осталось лишь одно. Быстрый удар клинка. Подойдет. Заманим дельца в священную пещеру и покончим с ним. Антуса дала мне слово. Я поступила так же. Она наняла меня убить дельца. Правда? У нее есть то, что нужно мне. Делец стал помехой. Покончи с ним, и Спарта будет у тебя в долгу. И я была спартанкой. Была? Пока меня не обрекли на смерть и не сбросили со скалы. Так ты дочь полководца Николауса? Вся Спарта знает твое имя. И вот ты тут, живая, немыслима. Я выжила и росла одна, пока в Спарте жизнь шла своим чередом. Не держи на нас зла. Коль в тебе есть благородство, прощай, и будешь прощена. Я ищу свою мать, Мерин, и помочь мне может лишь Антуса. Да, Мерин. Ты знал Николауса. Славный полководец, упрямый спартанец. Награжденный за преданность. Сражался за Спарту до конца. Мне жаль. Он погиб, слышала? Да. Печально. Скажи, а ты ничего не знаешь о Мерине? Я знаю, что с такой трагедией не справиться в одиночку. В ту ночь она покинула Спарту. Но Мерин не забыли. Хотя она этого хотела. Пути назад нет. Потерявшие путь всегда могут вернуться. И боги решили, что ты поможешь в этом. А облегчить задачу не могли? Мужайся, спартанка. Легко не будет. Прощай, Брасит. Мы встретимся. Я на твоей стороне. Будь отважна. Павла. Клио! Клио! Никто не видел Клио! Мне на пользу. О, Афродита! Скорее бы вернулась Клио. Может, тебе поможет простая наемница? Откуда ты знаешь? Антуса просила тебя помочь. Клио! Одна из девушек утром не пришла на молитву. И дома ее нет. Я могла бы ее поискать, но вряд ли справлюсь одна. Ее могли похитить. Я спрашивала. Один клиент видел, как ее вели на корабль. Люди с оружием. Он не стал вмешиваться. Я щедро заплачу, чтобы ее вернуть. С оружием? Где этот корабль? Я верну Клио. За мной. Кто мог ее забрать? Люди дельца не впервые похищают наших девушек. Thank you.
Раньше никто из Гетер не исчезал вот так. Все боятся стать следующими. Каринфа плохая репутация, но это лишь сейчас. Здесь было тихо. Пока делец. Мы не знаем, почему он тут, но в Каринфе стало опасно. Об этом корабле говорил клиент. Прошу, спаси Клио. Есть. Может, поднимем? Здесь могут быть вражеские корабли. Назад. Я хочу тебя спасти. Спасти? Ты преступница. Убери нож. Мы не враги. Ты это о чем? Эринна прислала меня, чтобы спасти тебя от этих людей. Эринна? Я наняла этот корабль, чтобы меня увезли из Каринфа. Так ты в бегах? Почему? Ты не знаешь, как делец обходится с людьми. Это ужасно. В Каринфе мне не скрыться. Эринна думает, ты в плену. Она беспокоится. Тогда пусть позволит мне сбежать. Даже Антуса уже не может нас сберечь. Она не согласна. Мисти, прошу. Мы шли к Миконосу, там безопасно. Помоги мне, и получишь деньги, что причитались команде. Ладно, так и поступим. Сойдешь на берег, как доберемся до Миконоса. А пока располагайся.
Спасибо, Мистия. Так будет лучше, поверь. Я прощаю тебе убийство моих похитителей. Спасибо. Будь осторожнее, ладно? Я постараюсь. А ты пожелай мне удачи. Удачи. Кому-то нужна твоя смерть, а мне... Отправимся к Аиду вместе! Что случилось? Где Клио? Ее не похищали. Она наняла тот корабль, чтобы бежать из Каринфа. Что ж, она сбежала. И вряд ли вернется. Спасибо. Я передам Антусе. Завтра мне предстоит молиться одной. Но ведь она в безопасности. Даю слово. Нужно действовать осторожно. Так ты поможешь нам, Мистия? Вряд ли ты работаешь на дельца. Я бы не стала это скрывать.
У тебя проблемы с дельцом, да, Малис? Возможно. Мой постоянный клиент изменился. Он был достойным человеком, но сейчас... Похоже, достойных людей в Коринфе немного. Мне нужен кто-то, кто сможет узнать, почему он изменился. В чем причина? Он тебя пугает. Он задает вопросы, а я не могу ответить. О деньгах. Где мы держим драхмы? На что Антуса их тратит? Можно подумать, мы аристократы. Антуса не может помочь? Ну уж нет. Я не подставлю других под удар. Потом он придет и за ними. Скорее всего. Ему нужны ответы. А каким он был раньше? Навязчивым, но не пугающим. Он всегда предпочитал, чтобы вместо него говорили деньги. Похоже, что-то придало ему смелости. Посмотрим, что он мне расскажет. Если он не шныряет здесь, то сиди дома. Ты с ним поговоришь? Да. Мое копье обычно развязывает людям язык. Даже упорным. Что ты здесь делаешь? Решила помочь Дамалис управиться с ее безумным клиентом. Ясно. Но помни, это не игра. Поняла? Знаю. Ты никогда не даешь мне повеселиться. Я подойду к клиенту Дамалис и поговорю с ним. Я была тут. Подслушивала. Он бормотал что-то под нос. Странный. Но, может, его слова тебе помогут? Что там? Так, сейчас. Он говорил что-то о встрече у свинарника Фэй. Сегодня. Это полезно? Может быть. Что за встреча? Он должен забрать документ о праве на землю, кажется. Это интересно. Что еще? А, он назвал имя. Динамен. А кто это? Хорошо. Спасибо тебе, лазутчица Феба. Неплохо, а? За дело. Запоминай, я его отвлеку, а ты проберись в дом и обыщи там все. Я не подведу. Славно, если заметят, беги со всех ног. Потом встретимся, хорошо? Я готова. Идем. Я тебя знаю? Нет, но я знаю тебя. Если тебя прислал Мирон, передай, что я заплачу. Сегодня вечером. Я не от Мирона. Нужно поговорить. Я знаю, ты что-то... Что-то? Не понимаю, о чем ты. Тебе меня не подловить. Свинарник Фэй. Ты сегодня там с кем-то встречаешься. Откуда ты знаешь? Неправда. Все не так. Ты получишь документы. На землю. Уж не знаю, для чего. Лазутчица, что еще ты знаешь? Выкладывай! Динамен будет зол, если ты не придешь сегодня навстречу. Как? Что тебе нужно? Я знаю про Дамалис. Ты ее клиент, и ты что-то замышляешь. Я люблю ее, пойми, всем сердцем. Но она тебя боится. Лучше я, чем другой, более беспечный. А не послушаюсь, меня убьют. Это не любовь, а слабость. Можно подумать, я не знаю. И он это знает, вот и заставил меня. Кто тебя заставил? Я больше не буду. И мне жаль. Ладно, Хайре, старик.
Посмотрим, что тут. Так, что это значит? Что это? Кошель? Вещи у него так себе. Зачем богачу этот мусор? Вдруг ему только заплатили. Такую кочергу я уже видела. У него нет очага. Зачем она ему? Это оружие или орудие пыток. Факиди один тип я орудовал. Здоровый. Вроде дельца? Делец и был. Прочитай письмо. Жуть. Написано «ослушается, пожалеет». Я так и думала. И еще. Он должен привезти Дамалис в один дом в Коринфе. Вот, смотри. Что это за место? Не знаю, но я разберусь. Я с тобой. Не надо. Иди к Дамалис и жди меня там. Ну, пожалуйста. Ты сделала достаточно. Это опасно. Я найду тебя позже. Ладно. И вот еще. Держи меч. Он из его дома. Ого! Ты хороший вор. Он куда отведут Дамалис? Тюрьма? Я разберусь. Это то место, о котором шла речь в письме. Домик тут есть? Это что? Кровь? Цепи? Масло? А зачем они тут? Малак, что это? Прядь волос. Смутно знакомый запах. Ага, ах ты проныра. Кто тебя прислал? Что ты здесь делаешь? Я хотела помочь. А ну не лезь. Феба, беги. Больше ни шагу. Смотрите, кто к нам пришел. Хочешь порки? Делец это мигом устроит. За это он будет гнить в Тартаре. Ханжа, мы в Коринфии. В комнате для утех можно все. Главное, чтобы делец был доволен. Ты болен, как и он. Делец уделяет особое внимание тем, кто ему по вкусу. Я скажу, что ты пришла сама. Это я тебе уделю особое внимание. Ты сдохнешь. Кассандра, твоя подруга уже тут. Вернулась? Да, я срезала дворами. Прости, Кассандра. В следующий раз слушай, когда я говорю. Ладно. Это для твоего же блага. Особенно в этот раз. Что случилось? Я побывала у дельца в комнате для утех. И ты могла попасть туда же. Нет. Да. Твой клиент привел бы тебя туда. Вот что мы нашли. Что это значит? Что делец добрался до него. От него нигде не скрыться.
Но теперь я знаю, как с ним справиться. Я знаю его планы. Он тебя больше не тронет. Он обещал. Значит, мы можем тебе доверять. Меня так просто не напугаешь. Мы помогли Дамалис. Это было весело. Нет ничего страшнее неизвестности. А ты помогла мне. Спасибо. Видно, план сработал. Делец подослал головорезов. Слышала. И еще слышала, что у них ничего не вышло. Это не первый мой бой в Коринфе. И не последний. Мы разделаемся с дельцом в театре. Эту драму Коринф не забудет никогда. Брасит беспокоится, что смерть дельца может привести к беспорядкам. Он хочет убить его, но без шума. Он далековато от Спарты. В Коринфе мы будем действовать так, как принято у нас. Согласна. Устроим зрелище. Встретимся в театре. Уверена, такого представления люди не ожидают. Здесь меня могут заметить. Довольно представлением? Да, я хотела, чтобы ты взглянул в глаза всем, кому навредил. Я забрызгаю их лица твоей драгоценной кровью. Так же стоило поступить и с Мирин. Ты не подчинишь себе, Коринф. О, подчиню, не сомневайся. Убери свои... И когда это случится, я отправлю твою голову культу как доказательство. Ты... Ты знаешь мою мать? От нее были одни беды. Но я отплачу. Покончу с тобой и принесу этой дряни твою отрубленную голову. Скорее, я заберу твою. Когда я раскалю твой череп, это будет неважно. Прочь с моих улиц. Они уже не твои. Прочь с моих улиц.
со мной? Ты в своем уме? Жители Каринфа, вот вредитель, что воровал ваш хлеб, уничтожал ваш урожай. Ты так долго ждала этого момента. Благодарю тебя. Довольно? Я исполнила свою мечту. Он это заслужил. А ты заслужила ответы. Что ж, поговорим. Наедине. Не знаю, как тебя благодарить. И хоть раз будет за что сказать спасибо Алкивиаду. Ведь это он тебя прислал. Он умнее, чем кажется. Он знал, что ты сможешь спасти Каринф. Это в общих интересах. Все выигрывают. Оказывается, с тобой приятно иметь дело. Кстати, о деле. За тобой долг Антуса. Да, Мерин. Она недолго пробыла в Каринфии, но успела восхитить меня, словно буря. Я хорошо помню это в ней. Сильная, одухотворенная женщина. Она хотела найти свое место в Каринфе, но не смогла. Ты тепло говоришь о ней. Вы дружили? Да, пожалуй. Но внутри она прятала боль, о которой не знал никто. Как вы познакомились? В ту ночь шел проливной дождь. Она спала на улице, я дала ей кров. Она скиталась? Интересно, что бы сказал отец. Я мало знала о ней. Только то, что она покинула место, где ее жизнь рухнула. Спарту. А работа? Не знаю. Знаю лишь, что она хотела уплыть. Она могла остаться с нами, но, похоже, искала что-то еще. Она говорила о прошлом? А о муже, семье? Нет. Воспоминания причиняли ей боль. Словно она лишилась части себя. Куда она направилась? Этого я не знаю. Она могла намекнуть. Думаю, она сама не знала. Зато я знаю, что она выиграла корабль в кости. Хоть в чем-то Тюхи ей помогла. Помню название корабля. Песнь сирены. Песнь сирены. Он славился тем, что выдержал все испытания Посейдона. Спасибо, Антуса. Да хранят тебя боги, Кассандра. Заходи в любое время. Расскажу, как идут дела в Каринфе. Похоже, нас ждет много интересного. И меня. Надо найти кого-то, кто знает этот корабль. Это поможет в поисках. У меня достаточно сведений. Можно возвращаться в Афины, ко спаси. Thank you.
Гиппократ? Славно, что ты здесь. Разве? Взгляни вокруг. Афины при смерти. Что это за недуг? Не знаю. Я знаю одно. Он поражает всех без разбора. Богатых, бедных, философов, крестьян. А я бессилен. Что происходит с больными? Пустулезная сыпь, лихорадка, бледность, повышенная потливость. Многие умирают в своих испражнениях. Неужто ничего нельзя сделать? Я стараюсь облегчать страдания. Болезнь передается через выделение, я уверен. Тела нужно сжигать. Ты не заразишься? Мне болезнь не страшна. Значит, ты можешь и дальше помогать тем, кто болен. Мне нужно помочь сжигать тела. По улицам рыскают безумцы и мешают мне работать. Что за безумцы? Последователи Ареса. Суеверные глупцы. Напали на меня, потому что тела сжигать нельзя, представляешь? Каиду этих последователей. Я помогу сжечь тела. Прошу, сожги трупы, но берегись тех, кто хочет помешать нам. Я боюсь за тебя. Аид ждет тебя. Это закат величия Афин. Надеюсь, худшее позади.
Ошиблась. Я спешу, прости. Стой, куда? Скоро приду. Встретимся у Аспасии. Как ты все-таки похожа на меня. Друзья, я знаю, вы злы. Любой был бы в ярости. Кассандра, хорошо, что ты здесь. Такого я еще не видела. Те, кого не убила чума, потеряли рассудок. Смерть повсюду, и это лишь начало. Мы забыли о еще более страшном недуге, поразившем Афины, о Клеоне. Как ты можешь думать о нем в такое время? При нем Афины потеряют свободу и славу, а значит, влияние. Пришло время перейти от слов к действиям. Как? Пока я и сам не знаю. Поймите, Перикл больной человек. Это можно простить. Нельзя простить то, что он обрел кошмарный город на забвение. Мы, жители Афин, решаем все демократическим путем. Одних слов уже недостаточно. Пришло время действовать. Слава Афин гремела по всему миру. И что с ними стало? Вернем Афинам величие. Нас будут бояться. Не молчите, и я клянусь, теперь каждый голос будет услышан. Нежданная встреча. Что ты такое творишь? Ты же только разозлишь толпу. Я? Вовсе нет. Я верну Афинам величие. Аспасия. О, Кассандра, ты вернулась в Афины, но город мертв. Наш мир рушится у нас на глазах. Мир мрачен, но ты жива. Верно. Но они хотят уничтожить все, что создал Перикл. За этими стенами царит хаос. Люди забыли, что значит быть людьми. Нам нужно поговорить. Я узнала кое-что о маме. Имя, корабль... Кассандра, не время. Перикл умирает. В одиночестве он гонит прочь даже Гиппократа. Бормочет что-то о своем драгоценном Парфеноне. Перикл сильный мужчина. Он должен одолеть недуг. Ты слышала толпу? Его не спасти. Он умрет бесславно. Афины знакомы с ним гораздо дольше, чем с чумой. Он лелеял их. Заслуги оправдают его. Ах, Периклу нужна помощь, но он не пускает меня к себе. Он уважает тебя. Ты сходишь к нему? Возможно. Согласишься, и я найду время для разговора о Мирин. А пока что помоги ему. Попробую. Свет мой, я же сказал. Это Кассандра. Да, входи. Как унизительно, что именно ты видишь меня таким. Похоже, ты здоров, как бык. Скажи это Аспасии. Она очень волнуется за меня. Вот лекарство. А, да. Я привык, что обычно их приносит Феба. Я хотя бы жив. Чего не скажешь о моем городе. Теперь это тень былого. Что ж, отныне здесь правит Клеон. Ему придется вдохнуть в город новую жизнь. Я хочу посмотреть на Афины. Выйдем на балкон. Все изменилось.
Мне не хватит сил, чтобы взглянуть смерти в глаза. Ты поправишься, если покажешься Гиппократу. Нет, поздно. Болезнь не... делает исключений. Боюсь, я подвел Афины. Свой народ. Аспасию. Нет, неправда. А, ты добра. Но я проиграл. Аспасии нужна защита. И Афинам. Я думал, что пожертвовал Афине достаточно, но ошибся. Я должен быть там, на улицах. Тебя растерзают. Клеон не пытается успокоить толпу. К счастью, Клеон не увидит меня таким. Я благодарю богов за это. Больше не за что. Вини не богов. Вини мир, что встал с ног на голову. Судьба Афин решена. Остается только ждать. Ты должен вернуться и отдохнуть. Я должен быть в Парфеноне. Это мой великий дар Афинам. Нам нужна милость богов. Но Аспасия... Аспасия права. Обычно да. Но не в этот раз. Да. Я пойду внутрь. Спасибо, Кассандра. Скажи Аспасии, что я был послушен и выпил лекарство. Ладно. Перикл принял меня. Он покорно выпил лекарство. Спасибо. Что-то не так? Феба до сих пор не вернулась. Я видела ее в толпе. Куда она направилась? К Анастасиусу узнать насчет переправы. Как только Перикл поправится, мы покинем Афины. Выбора нет. Но она пропала. Бояться нечего. Аспасия, бушует чума! Ты ведь знаешь! Она лишь дитя! Отдай Фебе должное. В ее годы я была беспомощнее. Перикл знает о культистах в Афинах. Это опасно! Правда? Я думала, он просто бредил. Я разыщу ее. Где живет Анастасиус? В доме напротив Адеона Перикла. Хайре. Вроде я на месте.
О, боги! Что здесь произошло? Хорошо, что Фебы здесь нет. Надеюсь, она цела. Похоже, Деймос сдержал свое слово. Это резня. Предупреждение. Феба! Нет! Эй! Нет! Феба! Покайся, ну! Будем пересылать. Вперед! Это была ошибка! Феба! Нет. Элла! Элла! Земля. Мать всего. Выслушай. Аниазу. Кассандра, все хорошо? Мне нужно увидеть Аспасию. Сперва найдем Перикла. Он пропал. Хаиду Перикла! Говори, где Аспасия! Кассандра! Прости, Феба. Аспасия ищет Перикла у Парфенона. Ступай туда. Думаю, стоит пойти с ней. Согласен, друг мой, согласен. Ты где, Кассандра? Скорее, возможно, Перикл внутри. Что на тебя нашло? Феба мертва! Из-за тебя! Ты воспользовалась ей! Нет, я... Неправда. Она вызвалась сама. Клялась, что справится. Ты поверила ребенку! Ты ведь знаешь, Феба не приняла бы отказ. Я была бессильна. Бессильна? Ты отпустила ее, а ведь могла уберечь! Я попросила ее помочь защитить Перикла. Она жила ради других, Кассандра. Ради тебя. Это горе. Мне ее не хватает. Мне тоже, поверь. Но ты знаешь цену этой жизни. Знаю. Знала ли Феба? Аспасия, ты здесь? Вы нашли Перикла? Быть может, он внутри, молится. Он не захотел оставаться на вилле.
На Агоре все стало еще хуже. Это безумие. Поговорим потом. К делу. Перикл. Ну! Я собираюсь уничтожить все, что ты создал. Афины мои. Перикл. Не смей мне мешать. Все потеряно. Великий человек. И вряд ли мы осознаем, насколько. Нужно увести ее из Афин. Возьмем корабль. Надо уходить, иначе он погиб зря. Ладно. Нужно торопиться. За мной. Мало ли что. Эй! Леон приказал никого не выпускать. И привести к нему Аспасию. Я не пойду. Держи! Это была ошибка! Все в порядке. Идем. Мы остаемся, Кассандра. О чем ты? Мое место здесь. Я не могу оставить Афинин без врача. А Спасию ты защитишь сама. А нам оставь Афины. Ты видел, что стало с Периклом. Хочешь повторить его судьбу? Если несогласных не останется, люди не пойдут против Клеона. Я нужен им. Уверен? Я прожил жизнь как афинянин и умру как афинянин. Окажите мне услугу, вы оба. Конечно. Найдите тело Фебы. Похороните ее. Конечно, со всеми почестями. Спасибо. Нам пора, Кассандра. Я рассчитываю вновь увидеть вас. Живых. Издали Афины кажутся такими спокойными, словно там царит мир. Но это лишь видимость. Мне так жаль, Аспасия. Насчет Перикла и Афин. Не надо казнить себя. Это не твоя вина. Кажется, я подвела их всех. Никому не смогла помочь. Наделала ошибок. Не думай так.
Во всем виноват только культ космоса. А Феба? Нет, позволь мне. За Фебой приглядывала я. Нельзя было отпускать ее. Это моя ошибка. Нет, я хотела извиниться. Ты ни при чем. Прости. Еще одна смерть на совести культа. Перед смертью они будут молить о пощаде. Непременно. А пока нужно подумать о будущем. Ты знаешь, куда плыть? Я надеялась, ты поможешь мне. Конечно. Та женщина... Феникс. Песнь сирены и ее корабль. Феникс. Да, именно так. Я слышала, этот корабль стоит в порту острова Наксос. Что ж, плывем к Наксосу. Найдем Феникс. А, могучая Мистия, ты показала, чего стоишь. Думаю, ты можешь помочь. Наемники не отказываются от денег, так? Деньги — это прекрасно, но я рада помочь тебе. Расскажи, в чем дело? Я люблю редкие сокровища. Я слышала много сплетен и легенд, и хочу, чтобы ты добыла для меня потерянные реликвии. Скажи, где искать? И я добуду сокровище. Знаешь могучего Аякса? Гомер писал о нем. Да. Зевс подарил ему перо золотого орла. А тебе оно зачем? Оно напоминает о славной эпохе. И поэтому должно стать моим. Возьми эти карты и найди перо. Где искать перо золотого орла? Разные истории говорят разные. У меня есть карты. Они помогут. Расскажи мне о пере Аякса. Сын Теламона был бесстрашным гигантом. Говорят, золотое перо, что давало ему храбрость, вплели в щит, сделанный из 7 бычьих шкур. Щит давно сгинул, но подарок Зевса уцелел. Если перо можно найти, я сделаю это.
Славная штучка. Но не думаю, что Ксении нужна она. Кажется, Ксении нужна не эта вещь. Но за нее щедро заплатят. Все еще ищешь золотое перо? Что ты хочешь узнать? Если перо можно найти, я сделаю это. Дальше нельзя. Лодка опрокинется. Думаю, я на месте. Пусто. Кто-то подумал о том же. Боги покинут нас. Мы обречены. Боги проклянут нас. Все и впрямь так плохо. О, ужасно. Скажи, что случилось? Разбойники, чудовище Кикноса, разграбили маяк. Боюсь, они пошли к гробнице Аякса. Я убью их. О нет, мерзавцев слишком много. Боги благословили не только Аякса. Я сокрушу этих чудовищ. Тут наверняка есть охрана.
быстро вернулась. Золотое перо Аякса у тебя? Вот, золотое перо. Оно твое. А, дивная, дивная вещь. Рада за тебя. Ну, где деньги? Успокойся. Вот, за труды. Спасибо. Ты прилетела на крыльях Зефира и принесла золотое перо. Но нужно добыть еще кое-что. Что ж, я готова к любым испытаниям. Богатый македонец странствует по Греции в поисках святилища, что достойно его великого подношения богам. Да? Что он хочет поднести? И зачем? Мне безразлично, зачем. Возможно, желает больше денег или с женщинами не лады. Подношение – золотой браслет, прекрасный, как Афродита, и выделанный столь искусно, что сам Гефест позавидовал бы. Он должен украшать меня, а не алтарь. Скажи, где именно находятся эти святилища? Один из моих людей, Анаксимандр, нарисовал несколько карт. На них все отмечено. Он мастер стилуса. Святилище кто-нибудь охраняет? Скорее всего, нет. Но ты рискуешь оскорбить богов и навсегда стать их врагом. Если ты веришь в эту чепуху, конечно. Мне все понятно. Я постараюсь найти для тебя браслет. Неплохо. Но, боюсь, это не совсем то, что ищет Ксения. Хорошая вещь, но нужна другая. Сюда нельзя! Уходи! Надеюсь, меня еще... не заметили. Думаю, это место с карты. Часть ящика. Это лента от ящика. Ящика для подношений нет. Эоракасе! Κρατεά και τρομερή Αθηνά, δέξου την καινή ημών προσφορά. Εκλυπαρούμε του ελαίου. Όλη συνμή παρέχεις.
лепестки цветов. Ими усыпают ящики. Кто-то оставил ящик здесь, но он пуст. Возможно, кто-то из них что-то видел. Откуда я мог знать? Неважно, понравился или нет. Ты украл у богов. Ты хоть представляешь, сколько он стоит? Сколько стоит? А сколько стоит гнев богов? Не будь суеверным ослом. Этот браслет бесценен. Эй! Ты думаешь лишь о деньгах. А как же мои чувства? Эй! Я хотел порадовать тебя. Ты имеешь в виду залезть мне в штаны? Эй! А? Чего надо? Кто из вас бестолочи выкрал браслет из святилища? О, боги, нам конец. Замолчи. Она ничего не знает. Откуда? А ничего, что ваши вопли слышны всем в округе. Отдайте мне браслет. Я не боюсь. Где он? Я бросил его со скалы, в море. Малака. Придется поплавать. А, милая Мистия. Ну что? Время, которое я трачу на поиски безделушек, дорого стоит. Мой маленький воин хочет денег? Ты-то не рискуешь своей шкурой в море? Ха! Раньше я бороздила моря и исследовала острова так, будто меня вел сам Посейдон. А сейчас я несу бремя, как Атлант. Не бойся, Кассандра. Твои труды окупятся. А вот и мой зефир. Ты заразила меня любовью к сокровищам. Неужто нет другой страсти? Ну что на этот раз? Разбойники завладели раковиной Тритона. Они верят, что она властна над течениями. Кто откажется от такого? Поможешь? Раковина у меня. Давай сюда. Погружение в подводную пещеру удваивает стоимость услуг. Даже не знаю, что лучше дополнит мою коллекцию. Раковина или ты? Всегда приятно слышать звон твоих монет в кошеле, Ксения. Что ты задумала? Паршивый торговец украл мои карты! Неужели торгаш оставил тебя с носом? Я вне себя от злости! Карты приведут его к реликвиям, что могут украсить мою коллекцию! Верни их, и я щедро заплачу! Что стряслось? Торговец Автолик, мошенник и плут! Он украл лучшие работы Анаксимандра! Я знаю, он хочет забрать мои сокровища и разбогатеть. Ладно, ладно. Я постараюсь найти его раньше. Ищи его в Навплии. Ступай. Посмотрим, что можно сделать. Ага, чудно. С картами я найду сокровища для Ксении.
Я на месте. Thank you.
Нашла. Картограф Ксении никогда не подводит. Кого я вижу, моя милая Мистия. Что скажешь? Знаешь, через что мне пришлось пройти? Ради пары простых музыкальных инструментов. Можно было просто зайти на рынок. Это не просто инструменты. Это шедевры. Значит, плати вдвойне. Что? Малака. А ты не промах. Держи. Спасибо. Послушай, мой Зефир, ты как никогда вовремя. У меня к тебе серьезное дело. За мной. Живая? Похоже на то, все болит. На корабль Галатеи напали. Она еле вернулась. Потерян важный груз. Часть команды забрали в плен. Поможешь мне еще раз? Что надо? Галатея, расскажи все. На нас напали, когда мы проплывали Пеллини. Наш корабль потопили. Я спаслась, но потеряла ценный груз. Кто напал на вас и зачем?
Солдаты той или иной стороны, я их не различаю. А, так я не смогу найти их. Мне было не до флагов. Я пыталась не растерять свои внутренности. Спокойно. Галатея сказала, что воры отступили в крепость Алаурос. Да, в Ахее. Что за груз вы перевозили? Старинный сундук для Ксении. Это не имеет значения. Просто знай, что в этом сундуке лежит нечто важное для меня. Вернешь его, получишь награду. Что случилось с командой? Многие погибли в бою, но солдаты забрали как минимум 3. Где была ты? Истекала кровью в воде, пытаясь не стать пищей для ворон. Кто-то должен был выжить и рассказать. Тише, Галатея. Среди пропавших людей мой картограф Анаксимандр, остроглазая Иайра и брат Галатеи Китас. Они очень преданы мне. Было бы жаль потерять их. Я разберусь. Найду твою команду и ценный груз. Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Должно быть, ты Анаксимандр. Да, мы знакомы. Я изучила столько твоих карт, что можно сказать и так. Наш драгоценный груз, сундук Ксении, хранят в сокровищнице. Вернешь его? Верну.
Пусть Посейдон дарует тебе море удачи. Спасибо. Опасность позади. Драться, когда весь меч в крови. Все ко мне, готовьтесь! Зато.
который нужен Ксении. Найду укрытие. Ты нашла сундук и моих людей. Знаю, звучит глупо, но эта глиняная кукла – подарок мамы. Она была сильной, как Гера, и умной, как Афина. Заботилась о нас после того, как горе-папаша сгинул. Как неожиданно. Люди сложнее, чем кажутся, поверь. Да. Хватит болтать. Я знаю, как еще занять твой язык и руки. Ты нужна мне. Да, я хочу тебя. Славно. Пойдем, покажу тебе кое-что. Кассандра, когда ты рядом, мне становится жарко. Зефир не принадлежит никому, но я рада, что смогла ненадолго обуздать тебя. Кровь или перемены? Решать Феникс. Эти рисунки повсюду. Недовольство трудно не заметить. Пролейте кровь, и недовольных поубавится. Нужно думать наперед. Политика. Хоть иногда и хочется сделать, как велит сердце. Кто-то явно ищет внимание. Может, стоит пойти навстречу? Я тоже так подумал. Не хочешь взять это на себя? Направь меня, я быстро с этим покончу. Видишь этот краситель? Он довольно редкий, и здесь его использует лишь один художник. Слышал, он живет в пещере у водопада Руцуна. А что на остальных рисунках? В основном угрозы. Если люди не успокоятся, Феникс умрет, и у нас будет другой архонт. Художники вообще ранимы, но здесь особый случай. Люди думают, что грядет война, и они правы. Но они уверены, что в этом виновата Феникс. Я убью его. Нельзя отвечать насилием на насилие. Станет только хуже. Ну, как хочешь. Она этого хочет. Феникс сражается за людей, а не против них. Просто избавь нас от этой живописи. Разве это живопись?
Это оставил автор послания. Нужно показать торговцу. Тут остался волос. Может быть, он из кисти художника? Спрошу Агелоса. Этерон бетартимат. Необычная краска. Спрошу у торговца, где художник мог ее достать. У меня есть пара вопросов. Задавай, я не занят. Рядом с рисунками я нашла осколки камня. Что можешь о них сказать? Это наждак, друг мой. Верный помощник гончара, и не только. Хотя в таком виде он вряд ли на что-то годится. Наждак? Камень? Его добывают на Наксосе? Да, возле водопада Руцуна. Этот краситель используется только в рисунках. Кто-нибудь покупал его у тебя? Припоминаю, один человек спрашивал об этой краске. Один? Кажется, да. В тот момент у меня ее не было. Тогда он спросил, есть ли такая краска у других купцов. Осматривая рисунок, я нашла этот волос. Ни о чем не говорит. Художники Наксоса часто делают свои кисти из волос животных. Так чей же это волос? Слишком длинный для оленя. Говорят, какие-то смельчаки срезают мех со здешних медведей. Что ни говори, художники народ чокнутый. Спасибо, Эроса. В следующий раз купи что-нибудь. Давай. Вот ты где, художник. Вот ты где. А я тебя ищу. Зачем? По просьбе Феникс. Мне нужен художник. Ты. Ты убьешь меня? Решать тебе. Мистия. Феникс прекрасный лидер. Так ей и передай. Я лишь делаю, что велят.
безвольная овца. Не веришь в свои же послания. Я не знал, что все так обернется. Зачем ты это делал? Мне так поручено. Солдаты приказали. В их руках власть. Попытайся их ослушаться. Легко. Я не боюсь их. Я бедный художник. Архонт обещал столько драхм, сколько мне и не снилось. И вот чем все кончилось. Я перестану. Честное слово. Помни, убить тебя проще простого. Больше никаких рисунков. Вот договор. Смотри сама. Мы закончили. Больше такого не будет. Давай. Меня не запугать. Собирайте людей и удвойте патрули. Никто не должен приплыть с Пароса незамеченным. Да, Архонт. Но Архонт, наемники. Я знаю, что тебя тревожит. Но важнее всего защитить город и каменоломни. Идите. Встреча окончена. Кассандра. Как? Я до сих пор вижу, как ты падаешь со скалы. Думала, что потеряла тебя. Алексиус жив. Они забрали его, да?
я училась жить заново. Понимаешь? И вдруг узнаю, что вы живы. Вы оба живы. Это правда ты? Или боги смеются надо мной? Нет, я нашла тебя. Твой брат, надо его вернуть. Нет, уже поздно. Однажды я предала вас. Это не повторится. Что как ты... У меня столько вопросов. Не только у тебя, но спрашивай. Попробую ответить. Что произошло в Аргалиде после той ночи? Я нашла твоего брата и отнесла к Гиппократу, помощнику лекаря. Я думала, ты погибла, и я не могла лишиться обоих. Не так давно я говорила с ним. Он все еще помнит ту ночь. Когда мне сказали, что Алексиос умер, я обезумела от горя. Вы двое были для меня всем. Но он выжил. Тебя обманули. Они, должно быть, поняли, что он особенный и отдали культу. Особенный? Что это значит? В чем дело? В бухте высадились солдаты с Пароса. Их не больше десятка. Малака. Тимо, собирай людей. Продолжим потом, дитя. Я хочу помочь. Надеюсь, ты умеешь драться? Намного лучше, чем в детстве. Что ж, идем. Кто напал на нас? Люди с острова Парос. Похоже, Силанос больше не желает делиться выручкой. Но сейчас? Паросцы нам вечно досаждают. Я ждала нападения, но не так скоро. Похоже, разговаривать поздно. Если представится шанс, союзники с радостью ударят в спину. Помогаешь Спарте после всего, что случилось? Парос заключил союз с Афинами, так что выбор был невелик. Ты нуждалась в ней. Соперничество — это одно, но Парос превратил его в войну. Наксос не выстоял бы против натиска паросцев и Афинин. Правители этих островов давно враждуют. Раньше Парос и Андрос принадлежали нам. Да и мастера у нас куда лучше. А сейчас? Считают, что достойны большего. Богатым негде расправить крылья. Но мы подрежем им эти крылья. Они еще не знают, с кем связались. Ты похожа на Николауса. И сражаешься так же свирепо и беспощадно. Он был бы горд. Николаус играл роль моего отца, но не был им. Он хотел убить меня. Он поступил ужасно. Я прокляла его за это, но уверяю, он любил тебя по-своему.
Скажи, кто мой настоящий отец. Как ты узнала? Мне сказали. Николаус, вы виделись? В Мегариде, да. Николаус был тебе отцом. Он растил тебя, пока не встал выбор между тобой и долгом спартанца. Он говорил о другом отце. Расскажи мне о нем. Я надеялась, что мне не придется открывать тебе правду. Но если мы хотим остановить культ, ты должна все знать. Что это значит? Я была с ним до твоего отца Николауса. О нем давно нет вестей. Почему ты не сказала мне правду об отце? Ты была ребенком, обожала его. Я не могла сказать тебе, и мне жаль, что ты об этом узнала. От меня так долго скрывали правду. Объясни, почему культ охотится на нашу семью? Есть много причин, дитя. Что мы им сделали? Теперь, когда мы вместе, лучше спросить, что мы можем сделать. Они боятся нас. Твои предки долгие века представляли угрозу для культа. Эти люди хотят нас убить, чтобы мы не помешали их замыслам. Культ ответит за все зло, что он причинил нашей семье и Греции. Ты сильна, но это чудовище не победить копьем или мечом. Чтобы заставить их страдать, я использую любое оружие. Знаю, ты покинула Спарту, но как ты попала сюда? После того, что сделал Николаус, я больше не могла там оставаться. Но почему здесь? Мне выпал шанс помочь этим людям, дать им что-то. Меня избрали правительницей острова, и я должна сберечь его от врагов. Ты столького достигла! Думаю, люди счастливы, что у них такой лидер. Было немало трудностей, но я горжусь тем, чего мы добились. Редко встретишь людей, подобных тебе. Давай продолжим наш разговор в более приятном месте. Едем же. Здесь так красиво. Да. Здесь прекрасные пляжи, не то что в Спарте. Спарта. Все, что я помню, это подножие горы Тайгет. Когда я отнесла тебя к Пифии, я не думала, что случится потом. Она сказала, ты особенная. Даже Пифия не может знать все. Твой полководец быстро поднял тревогу. Он знает, Парос угроза для нас. Это ясно нам всем. Шлют сюда солдат, куда уж яснее. А заключить союз? Мы пытались очень давно. Но теперь они считают нас своими врагами. Я помогу вам что-нибудь. Обсудим это позже. Поехали! Парус нужно остановить. Thank you.
Вижу, храм строится, Евандрос. Не будет пожертвований, не будет храма. Солдатам не добыть средств. Они защищают храм от врагов, не дают его разрушить. Но я попробую помочь. Реконструкция – благое дело. Лигдамис заслуживает почитания. Мы не забудем его борьбу с продажными олигархами. Это урок всем нам. Я помогу достроить храм. Спасибо, Феникс. Что за странный день? Но хороший. Бывало и хуже. Да уж. Ты выросла и полна сил. Но я чувствую бремя, что тяготеет над тобой. Теперь, когда мы вместе, мне легче. Хорошо. Но зачем же боги вновь решили свести нас? Чтобы мы вместе уничтожили культ. Все не так просто. Ты очень сильна, но одни мы не справимся. Они причинили нам столько боли. Из-за них страдают и другие люди. Нужно действовать. Покинув Спарту, я знала, на что иду. Теперь моя забота – жители Наксоса. Позволь тебе помочь. Мы защитим Наксос и вместе будем бороться с культом. Мирин, симпосий вот-вот начнется. О, боги. Прости, дитя, я забыла. Готовь лошадей, я уже выхожу. Какой симпосий? Нужно показать людям, что их лидер силен. Иногда приходится сохранять внешнее спокойствие, даже если внутри бушует хаос. Я помогу тебе в борьбе с культом, но сперва нужно убедиться, что Наксосу ничего не угрожает. Что нам делать? Вести войну с Паросом. Ослабим их позиции. И в нужный момент нанесем удар в уязвимое место. Что ты задумала? Вызовем флот Пароса на бой и уничтожим его. Но Юнеас, мой адмирал, пропал. Он уплыл на Парос, чтобы вести переговоры, но так и не вернулся. Не волнуйся, я его разыщу. Если понадоблюсь, я на симпосии, но если придешь, постарайся выглядеть не так воинственно. Yeah.
Ты Кассандра из рода Агиадов? Верно. Я Ксанфа, магистрат Питаны. Хочу попросить помочь мне в одном благородном деле. Мой сын скоро начнет военные тренировки. Мой муж на войне, а я занята делами государства. Можешь сопроводить моего сына? Я отведу его к главе лагеря. Он станет мужчиной, как его отец и брат. Или погибнет на этом пути. Но за мои услуги нужно платить. Конечно же, я щедро заплачу. А говорят, в Спарте все грубые. Мой младший сын – мечтатель. Голова забита сказками. Ему нужно научиться служить своему народу и семье. Это нелегкий путь. Он обретет славу, как настоящий спартанец. Или погибнет на этом пути. Нет лучше способа почтить Спарту. Лагерь ты найдешь к юго-западу отсюда. У подножия гор. Макарий, иди ко мне. Здравствуй, я Кассандра. Я очень рад встрече с тобой. Не терпится научиться драться, как мой брат Фиор, и услышать все о твоих приключениях и сраженных чудовищах. Сюда, Кассандра. Тренировки проходят высоко в горах. Так мы ближе к Олимпу. Каково это быть наемником? Ты делаешь, что должно. Брат говорил то же самое о жизни в Спарте. Мы учимся биться, умирать за семью и за страну. Быстрее бы! Любишь Спарту, да? Да. Мы сильны и свободны. Любой мужчина с радостью отдаст жизнь за свой город, за товарищей и детей. И сколько же у тебя детей? Ни одного. Но я вырасту и женюсь на Афине, и у нас будут сильные сыновья. Ладно. Знаешь, почему спартанскому солдату дозволено потерять шлем и меч, но за потерю щита его накажут? Ну? Потому что ж... Осторожно! А что твой брат? Фиор? Он лучший! А как он выступает на играх? Он быстрый, сильный и метает копье и диск дальше всех! О, да? Я быстрее всех среди мальчишек, но Фиор вообще как Геракл. Прямо бог воплоти. Он мой герой. Он и поет, как Орфей. А хочешь, я тебе спою? Правда, мама говорит, я пою, как Гарпий. Нет, спасибо. Буду рада встрече. Κοιτάξτε το καθαρό! Κοιτάξτε τους πόδας σας! Άπαντες οι πόδες όπιστε του ορίου! Διαταγή! Μέμνησο των λαφύρων!
Si, si, uvas anioses. Ya taxo tus alitas dosis y en ischirón plima. Morizo apandas. Харе, у тебя новый ученик. Макарий, сын Сериуса. Точно. А когда я увижу брата? Тихо. Никаких вопросов. Главное, твои обязанности. И не говори без разрешения. Понял. Здесь ты узнаешь вкус грязи и крови. Тысячи жестоких уроков перекуют тебя в бронзовый щит, что так нужен нашему городу. Понял. Итак, Мистия, похоже, ты побывала в паре драк. Что толку рассказывать о своих подвигах и пугать детей? Говоришь, как спартанка. Но словами не выиграешь бой. Тебе меня не испугать. Не стесняйся просить о пощаде, старик. Умри! О, какой бой! Ты билась, как Аталанта! А, ты и вправду обладаешь силой богов. Идите, Педес. Сражаться ты умеешь. Так что поговорим о делах. А? Два моих ученика пропали. Мне нужно, чтобы кто-нибудь отыскал их. Они должны уметь постоять за себя. Да. Но в мире много опасностей. А я не могу оставить свои обязанности и найти их сам. Я поищу их. Расскажи все, что знаешь. Чем они занимались? Я отправил их в лагерь дозорных, чтобы они пару дней прожили там сами. Они должны были понимать серьезность задания, но когда я пришел туда, их не было. Как думаешь, с чем они могли столкнуться? Они учатся замечать волков и медведей, но следов не было. Возможно, это был другой зверь. Двух пропавших учеников звали Акамос и Фиор. Фиор? Это брат Макария? Да, он. Боюсь, я подвел магистрата. Попробую поискать в лагере. Земля выжжена. Видно, кто-то обронил факел. Чей-то щит. Это дурной знак. Следы битвы. Тело. Не похож ни на Макария, ни на Ксанфу. Видно, это другой мальчик. Следы. Кто-то бежал в сторону гор. Должно быть, Фиор. Нашла.
здесь бдительные стражники. Я знал, что меня спасут. Благодарю тебя. Я был уверен, что мне суждено погибнуть. Как тебя зовут? Фиор. Твой брат тебя обожает. И он будет рад тебя видеть. Макарий? Неужели для него пришло время Агоге? Да. И его наставником стал Эатрокл. Будьте прокляты, боги! Брат еще не готов! Этот мир жесток. Но, приложив усилия, мы можем защитить тех, кто нам дорог. Не знаю, смогу ли взглянуть в глаза брату. Всем моим братьям. Конечно, сможешь. Макарий обожает тебя. Черпай храбрость в его любви, и ты одолеешь свой страх. Найди щит там, где ты его бросил, и возвращайся в лагерь. Скоро снова встретишься с братом. Спасибо тебе. Хорошо. Скажи матери, что она будет гордиться сыновьями. Лучше не попадаться. Что ты хочешь рассказать, Мистия? Макарий преуспевает в Агоге. Его наставник Эатрокл суров, но мальчик вырастет сильным и храбрым. Если боги пожелают, он справится и возмужает. Не просто расставаться со своим сыном. Он умен и пылок, а Фиор будет направлять и вдохновлять его. Они помогут друг другу. Ты обладаешь мудростью Афины, хозяйка Орла. Ты спасла нашу семью. Здесь есть те, кому ты нужна, хозяйка Орла. Ты поможешь людям, вдохновишь их, а я, в свою очередь, награжу тебя. И кому же? Крестьянка Ланики и несколько знатных женщин. Зита, Дамия и Зейкса. Что случилось у Ланики? Ланики управляет хозяйством. Но в последнее время дела не идут. Она винит богов и считает, что ее земля проклята. Но мне кажется... Она слишком скора на расправу. Что нужно Зите?
Ее дочь Зафира необузданна и упряма, как дикая кобылица. Зита постоянно молит богов о напутствиях, но мне кажется, Зафире нужна твердая рука. Расскажи мне про Дамию. У нее двое детей, которые заправляют Агорой. Наставники в ужасе, а сверстники подражают им. Она надеется, ты их образумишь. Расскажи про Зейкса. Ее мужа нет. Он готовится к войне, и она хочет увидеться с тобой по какому-то личному делу. Я найду их и узнаю, что им нужно. Да поможет тебе Диаскур.